Александра Обедникова, он из Ring Ukraine. Про что расскажем? Building R&D Teams and Process. Да, всем привет. Сразу такой небольшой дисклеймер. Я сегодня себя не очень важно чувствую, поэтому если мне станет похуже, я сделаю брейк на 5 минут себе. Вот сразу договорюсь с вами. Да, о чем сегодняшний будет доклад? Технически его назвать, конечно, будет очень сложно, потому что там будет аж ровно ноль формул, но буду много говорить о том, как опроучить в целом какие-то технические задачи. На самом деле это такая как процесс саморефлексии для меня, потому что все, о чем я буду говорить, это какие-то советы, которые я очень хотел бы получить, не знаю, 5, 7, там, 3 года назад, до того, как, не знаю, а в особенности до того, как начал работать тим лидом. Да, в общем, сразу дисклеймер, совпадения с событиями или людьми будут все случайные, поэтому это просто лишь вот мое воображение. Да, будем говорить сегодня о трех больших блоках. Первое — это команде и R&D-процессе. Вот как вообще, собственно, можно опроучить R&D-задачи и зачем вообще это нужно. Потом поговорим с вами о данных. И самый третий блок — это будет про то, как валидировать ваши решения и в чем же там, собственно, кроется собака. Так вот, немного о себе. В общем, работаю research SDM в Ring Ukraine, и мне кажется, для того, чтобы больше понимать, почему я сейчас говорю на такую тему, стоит сделать разбивку о моей краткой истории в Ринге. В общем, изначально я пришел как individual contributor, как research-инженер, который должен тренировать нейросети, писать пейперы, и на этом должно быть, не знаю, всем счастье. Но по мере все это росло-росло, сейчас у нас 22 человека вот, конкретно в моей команде, и мы еще продолжаем расти, и у нас очень много проектов, они все заточены на конкретно на продуктовые такие штуки, и поэтому тут без процесса никак. Поэтому давайте поговорим о команде и начнем с первого, что, мне кажется, наиболее интересно. Вот есть такие позиции Research Scientist и Research Engineer. Если вы зайдете на какой-нибудь, не знаю, DeepMind, вы обязательно увидите эти две позиции. В чем, собственно, различие? Различие в том, что Scientist — это ученый, а не инженер, как из названия понятно. И он двигает науку вперед. Здесь, как бы, ну, надо быть, по крайней мере, честным перед самим собой. Я очень хотел как раз заниматься именно наукой, и когда я шел в Ринг, я именно этим планировал заниматься. Вот, что у нас будут какие-то сферические ванильные ученые, мы будем сидеть писать пейперы, и всем будет счастье. Да, потом это все приходит в реальность. У нас есть два так называемых мира. Первый — это мир ресерча, где мы делаем все наши очень красивые алгоритмы, пейперы и так далее. Нас интересуют всякие archive, science, там, не знаю, индекс Хирша, whatever. И есть такая буковка D, которая вот develop или там delivery, whatever. И вот в теории это должно пройти очень smooth путь. Вот, можно представить себе, как два опытных сыгранных баскетболиста, один кидает другому пас, все классно. Но, в общем, на самом деле это вообще так не работает. То есть это больше похоже, как один хороший баскетболист кидает мяч другому хорошему баскетболисту, но, как бы, не знаю, попадает ему в голову и его вырубает. В общем, мы прошли очень много проблем на этой стадии, и хочу сказать, сейчас у нас вообще нет такой роли, как research scientist. Мы поняли, что мы просто не можем себе ее позволить. Что же, собственно, идет не так? Первый пункт — это история о трех черепашках. Вот я, наверное, расскажу на случай, если кто не знает. Это такая геометрическая задачка. У нас есть три черепашки, они идут, ползут гонку. И первая говорит: я очень классная, я иду впереди всех, сзади меня все две черепашки. Вторая черепашка говорит: ну, в принципе, да, я тоже не очень плоха, впереди меня всего одна черепашка, сзади меня одна всего черепашка. В принципе, ничего. Так и третья говорит: впереди меня всего одна черепашка, сзади меня всего одна черепашка, все хорошо. Задача. Отгадайте, по какой фигуре эти черепахи двигаются. Ну, в принципе, как человеку с математическим образованием, мне хочется сказать, что, конечно же, по Тору, и, в принципе, на Торе это все выполняется, но на самом деле разгадка этой задачи очень простая. Одна из этих черепашек
В общем, она немного обманывает. Вот это очень часто происходит при вот этом броске между миром R&D, и у нас было очень много случаев, вот прям реальных из практики, где какие-то нюансы не были учтены, и очень важно, когда, например, делается cost estimation, или там вы меряете сложность вашего solution, приходит ресерчер, говорит, 200 FPS на моей Tesla, приходит после этого developer, говорит, 2 FPS на моей Tesla, вот. Начинается дальше разбор полетов, и это очень больно, и это на самом деле надо как-то решать. И в первую очередь это решается на самом деле пунктом 3, в том, что если вы захотите построить R&D-команду у себя где-нибудь, вам нужны будут две роли. Первая роль, которая, ну, в теории, которая очень хорошо разбирается в там, научных подходах и всем таком, и к нему можно добавить или к ней человека, который очень хорошо делает инжиниринг. Правда в том, что нельзя сделать хорошо инжиниринг, если ты вне контекста. Если ты не понимаешь, как работают там, нейросети, как работают свертки, какие там бывают операции, ты в жизни не догадаешься о том, что надо фьюзить бэч-нормы или там, что можно делать быстрее. Типичный диалог будет с инженером в таком духе. Эй, я инженер всего лишь. Вот парни с Гугла придумали TensorFlow, быстрее, значит, делать нельзя. Spoiler alert, конечно, можно, и в несколько раз. И инженер просто в данном случае будет вне контекста. Поэтому то, к чему мы пришли, лучше всего, чтобы эти роли были либо совмещены, либо какой-то была пропорция. Да. Второй пункт — это то, что когда вы дизайните какой-то solution, который вы хотите, чтобы он работал в продакшене, то есть это не просто какая-то штука, которую вы напишете, а не статью где-нибудь, то нужно сразу закладывать ограничения, которые у вас есть. И эти ограничения часто бывают очень прикольными, когда вы, например, делаете на embedded устройство какой-нибудь computer vision алгоритм, и вы читаете спеку этой спеку вашего процессора, все классно, но потом вы почему-то забываете о том, что рядом с вами еще работают другие команды, которые там занимаются видеостримингом, каким-нибудь, не знаю, просто какой-нибудь фэнси штукой на прошивочке. И, в общем, весь этот процессор надо шарить, это еще одна типичная проблема, в которую мы, например, втыкались. Да, и четвертый пункт, это, по моему скромному мнению, но когда мы говорим о research-сайентистах, я представляю себе человека, который реально двигает науку, и git-клон fancy github python-train.py мне не очень похоже на науку. То есть мне не кажется, что замена фичер-экстрактора — это прям реально такая научная деятельность. Мне кажется, что это больше все-таки про инжиниринг. Итак, но все-таки, когда на самом деле мы можем себе позволить research-сайентисты и когда они нужны? Есть два конкретных кейса, когда они правда нужны. Первое — это когда у вас область, в которой вы работаете, абсолютно нова, она абсолютно написано много пейперов. Вот, в частности, один из примеров — это вот у нас стоит автомобиль. Вот если в autonomous driving cars есть сейчас проблема, которую не могут предсказать, это long-term prediction там, behavior pedestrian. В общем, вы не можете предсказывать, по крайней мере, на сегодняшний день поведение пешехода дольше, чем там, на 5-10 секунд. Это просто космос. И то 5-10 секунд — это очень-очень слишком точно. Вот. Обычно там 1-2 секунды предсказания там, на несколько фреймов вперед. Соответственно, в такой ситуации вам реально нужны как бы, эти research-сатанисты. И вторая штука — это когда можно такое сделать, это если у вас достаточно большая команда или организация, вы можете выделять отдельную группу research-сайентисты, которые будут выполнять такую сервисную работу. То есть, условно говоря, есть команда research-инженеров, они делают все классно, они умеют тренировать нейросети, все у них круто, но у них иногда бывают завтыки, которые, например, связаны с какими-нибудь там фундаментальными математическими проблемами. Соответственно, они говорят, эй, Вася, ты ж PhD, а ну можешь мне придумать новый метод оптимизации? Вот. И вот в таком комбинации это может работать. Или в более, например, приземленном варианте, это у вас может быть группа, которая, например, занимается чисто object detection. Вот они пилят его 2 года, они большие эксперты, а далее другие как бы, группы там, research-инженеров, они файн-тюнят этот условный там, новый object detector на свои какие-то бизнес-нидс и аджастят его к тому, что надо. Вот. Но если у вас как бы, маленькая организация, у вас там условно всего 5 человек, включая вашего CEO, мне кажется, надежды на то, что у вас будут research-сайентисты,
которые будут деливерить, это очень так не похоже на правду, по крайней мере, с моей точки зрения. Да, теперь касательно процессов. Вот набрали вы кучу очень умных ребят, и тут ремарочка, мне кажется, главная сложность менеджмента в IT — это в целом то, что все красивые и умные, а когда это research-сайентисты, которые все, или там просто ресерчеры, они все чертовски красивые, чертовски умные. Вот, ну так вот, и вы начинаете на них чуть-чуть придавливать бизнесом, и говорите, а когда же, собственно, это будет сделано? Ну, потому что вас тоже давят, как бы. И дай, пожалуйста, estimate. И тебе обычно в ответ, что говорят, это, воу, парень, это research, на секундочку. Как бы, какой estimate, о чем ты говоришь? Или там, не-не-не, я не хочу отбрасывать эту идею, мне кажется, она очень продуктивна, не важно, что я потратил уже 10 спринтов на нее, еще 2, и я чувствую, что точно будет. Ну, все мы понимаем, что через 2 ничего такого не будет. Вот. И обычно это все говорят как раз ресерчеры, и с точки зрения бизнеса это полный ад. И если вы, например, лидите такую команду, скорее всего, у вас будут проблемы и много диалогов со своим руководством. Так вот, проблема здесь в том, что эта вся штука, она непредсказуема. И как раз процесс, он и создается для того, чтобы получить эту предсказуемость. Я хочу узнать у вас, что вы думаете, какой процесс самый лучший. Вот есть, например, CRISP-DM, это вот прям умный процесс с IBM, который придумали для дейта-майнинга. Есть Scrum, у вас итерации, все классно, там вы планируете на 2 недели, потом проводите ретроспективу, быстро движетесь. Есть Kanban, когда вы просто берете так и говорите, релиз будет раз в месяц, что успели, то успели. И есть там waterfall, вы все запланировали и вот побежали в счастливый бег на год. Вот как вы думаете, какой, наверное, самый подходящий для ресерча будет метод? Окей. Так, что-то... О. Да, в общем, идея в том, что ни один из них не будет идеален в вакууме. И первое правило — это типа надо играть в игру. То есть, если вокруг вас построена организация, которая работает по waterfall, вы сколько угодно можете играть в Kanban, не знаю, Scrum, или говорить, нет, у нас будет все по-другому, у нас будет свой CRISP-DM, это все не будет работать. Это то же самое, как если, не знаю, какая-то часть команды будет спонтанно менять API раз в неделю, и вы просто будете, не знаю, очень счастливы с ними работать. Да, второй point в том, что да, несмотря на то, что если вы придете на какую-нибудь конференцию для project management, ни разу не был, но я так представляю, то вы услышите, что вот эти все скрама-канбаны, вот эти все миксы всяких штук, они это все антипаттерны, они не подходят для нормальных людей с нормальным менеджером, но все-таки, мне кажется, на самом деле все вот эти agile-методики, они как бы, собственно, и называются agile. Поэтому это нормально, если вы из них будете выбирать только то, что вам нужно. То есть, если у вас там N человек, вы считаете, что ретроспектива — это полная хрень, и вам абсолютно это не нужно, просто дропните ее. Но дальше я поговорю, какие точно нужно оставить. Но, в общем, идея в том, что аджастите эти процессы конкретно под себя. Да, и ключевой момент здесь — это вне зависимости от того, ну, либо Scrum, либо Kanban, неважно, у вас все равно есть какие-то итерации. И проблема с ресерчем в таких итерациях в том, что у вас есть таски, типа я ставлю модель на тренировку, и модель сходится 3 недели. И понятно, что это так очень неудобно как-нибудь девелопить в таком ритме, поэтому у вас эти все методики по-любому будут ломаться. И тогда естественным образом можно легко потерять фокус от того, что вы делаете. И можно, грубо говоря, продолжать делать какую-то работу вот прям подряд. То есть у вас может команда, сейчас на следующем слайде расскажу, но в общем идея в том, что нужно clear goals ставить. Я позже вернусь про команду, но то, что я хотел закончить, то, что ваша команда может разбиться на индивидуальных контрибьюторов, которые будут копать каждое свое направление, и вы не сможете ни у каждого из них взять какой-то работы к конкретной дате. Они вам даже не смогут это предоставить. Это вот то, что мне приходилось наблюдать. Что касательно... Это касательно dev-процесса. То есть как, собственно, там, мы договорились вместе командой писать кодик. А вот
как на уровне организации, вот я расскажу, как вот у нас какие принципы есть. Первое — это то, что у нас есть стадия, которая вот у нас приходит замечательная задача. И первое — это называется FC, Feasibility Check или PUC. В рамках этой задачи мы просто пробуем что-то сделать и пытаемся понять, то есть, условно говоря, вы берете ground truth, который размечен операторами, там, или дата-аннотаторами, и вы на нем строите, например, как бы работала фича, если бы у вас был идеальный, там, не знаю, object detector. То есть вы забиваете на то, что вы никогда его не получите, вы просто делаете какие-то себе upper, lower bounds. И исходя из этого, для многих фичей вы уже можете представить себе, можно ли их делать, или, например, вы никогда не сможете достигнуть каких-то precision recall, которые для данной задачи критичны. Ну, например, если вы хотите нотифицировать юзера и клеймить о том, что вы будете его нотифицировать, как только там, не знаю, чувак приходит к вам с стволом домой, но в результате вашей разметки вы понимаете, что максимально ваш рекол будет 10% ввиду каких-то причин, ну, скорее всего, эта фича не будет слетать. И вам нужно вернуться на диалог с продуктом на тему, может быть, стоит либо переиначить эту фичу, либо вообще ее прибить. Ну, в общем, идея в том, что feasibility check или PUC — это такой классический репорт ресерчера, может быть, там, iPython ноутбуком, в котором by design заложено то, что он может дать негативный ответ. То есть, если ты не можешь сделать хорошо, тогда докажи, что это нельзя сделать. Далее все это проходит MVP, и далее это идет по череде групп юзеров, альфа, потом, если все хорошо, мы переходим в бету, если все хорошо, то идем в прод, если не все хорошо, то повторяем, как, начиная сначала. В чем здесь прикол? В том, что эти итерации, они не такие уж и длинные. И все, что мы пытаемся сделать, это поддержать такой velocity, поддержать постоянную скорость изменений. И здесь принципы очень простые. Надо все равно, даже если вы не успеваете, как ресерчер, тренить там новую нейросеть, в этот месяц что-то должно было поменяться у вас, или вы что-то делаете неправильно. То есть даже если вы не успеваете, надо перезапускать эту там альфу или бету. И второй поинт такой, что вот эта штука, она может на каждом этапе как-нибудь радикально грохнуться, и тогда вы не потратите деньги на там, до конца. Ну, это достаточно очевидные вещи, но все равно. И вот четвертый пункт, по крайней мере, тот, который действует у нас в организации, это если вы решили delivery, то фокусируйтесь на delivery. Фокусируйтесь в первую очередь на этом, а не на пейперах. С другой стороны, противовес к этому есть антипаттерн изобретения колеса. То есть плохо, если вы вдруг решили переизобрести, не знаю, backpropagation. Но также плохо, если вы просто берете там и фокусируетесь конкретно там, ресерчите 1001 paper, один рабочий прототип намного лучше, чем 1000 наресерченных репродюшенных пейперов. Да. Что может пойти не так? Здесь на самом деле три примера, которые приходят в голову. Первое — это если у вас нет процесса, то, как я сказал, группа просто разбивается на части, и каждый копает в своем направлении. Это может быть там человек, который занимается, допустим, ну, например, у нас есть такой в проекте Faster CNN для бедных, где у нас есть одна сеть, которая предсказывает выходы для, точнее, предсказывает вход для другой сети. И вот, по идее, эти парни должны работать как бы в синхроне. Но это не совсем так. То есть, если у вас нет процессов, вы не сможете обеспечить эту синхронность by design. И, соответственно, любые solution, которые у вас такие пайплайны, где, например, там, ну, к примеру, тот же solution, где вам нужно сначала сделать detection, потом из него заэкстрактить фичи, потом еще что-нибудь. Вот эта штука не будет работать у вас. Собственно, и все. Второй момент — это у вас не будет никакого трекинга прогресса, и взаимодействие у вас будет примерно уровня «Эй, как у вас результаты? Я все еще занимаюсь ресерчем». Так повторяется 10 раз, потом говорят: «Вы знаете, наверное, мы закроем проект, экспенсы слишком большие, результатов нет». И третий момент — это в том, что типа, если вы вдруг пропускаете feasibility check стадию, даже если у вас там какая-нибудь mission critical фича, и там сам Господь Бог хочет, чтобы вы ее делали, если у вас есть feasibility check, который показывает, что ее нельзя делать, это вот хороший scientific proof того, что типа давайте поменяем ее. Да. Теперь про development. И здесь у меня вопрос. Те, кто знает ответ на этот вопрос, в общем, давайте попробуем угадать, сколько нужно ресерч-инженеров, ресерч-сайентистов для AI-стартапа, который можно продать.
Да, в общем, один фронтенд и один дизайнер достаточно для того, чтобы начать продавать AI-стартапы. В скобочках это шутка, конечно. Так можно было делать пару лет назад, сейчас нельзя. И, собственно, про development. На самом деле, есть такая проблема, когда мы знаем, какие, например, типовые задачи бывают, например, там, сегментация, detection, classification, там, не знаю, генерация каких-то картиночек, мы начинаем думать от того, что может наша модель, а не от того, что нужно юзеру. И это, вот, например, один из антипаттернов, в который, вот, например, даже лично я вот, впадал. То есть идея в том, что нужно думать о том, как это будет работать у юзера, что на самом деле ему нужно. То есть если его просто интересует, если там котик или собачка на картинке, нет смысла городить какой-то огромный монструозный проект. Второй момент — это то, что UX на самом деле это изменение в UX, это ваша волшебная палочка. И вот это очень тонкий момент, и мне кажется, очень самый важный. Иногда бывает очень сложно улучшить какой-то результат, и, например, там, скачок между там, плохим детекшеном и там, чуть лучше может быть там, не знаю, года. Но в то же время еще более лучший solution с точки зрения user experience можно обеспечить, добавить какой-то там, не знаю, toggle или поменять текстовку месседжа. И вот об этом стоит, мне кажется, думать. То есть, условно говоря, надо не бояться думать про человека, не знаю, там, то есть нужно не бояться менять user experience и идти на, и срезать углы, а не пытаться за, ну, зарешать всю задачу. То есть это, например, простой пример. Например, очень сложно детектить людей в туман. Вот. Прям совсем сложно. Их там просто нет. И вам никакой там, не знаю, дехейзинг не поможет. Информация потеряна. И в данном случае один из вариантов — это просто отказаться детектить людей в туман. Вот если у вас есть просто человек-детектор, вы просто должны найти те кейсы, где у вас все идет совсем плохо, как-то их обернуть красивенько, и можно просто юзеру написать текстовку: чувак, мы не детектим в туман людей. И это очень сильно улучшит ваши рейтинги, там, не знаю, на Amazon.com, если вы продаете там свои продукты, или если вы, не знаю, просто рейтинг в App Store смотрите. В общем, иногда не надо пытаться решать всю задачу, нужно просто честно признаться юзеру: вот это я делаю хорошо, вот это вот плохо. Да, здесь в эту точку есть очень интересный момент. Вот есть у Volkswagen тоже всякие pedestrian детекторы, адаптивные круизоконтроли, в общем, куча всяких AI-ных штук. И у них в мануале очень забавно написано, у них везде написано, что это типа Precision Recall 70-70%, прям для всех фичей. Мне даже кажется, что они это не мерили. Неважно. Да, третий момент — это про machine learning, что он неаккуратный, и однажды длинный хвост вас ударит. Классический пример из какого-нибудь autonomous driving, где вы пытаетесь детектить, не знаю, там, полисменов, и вот в ваш штат приезжает, не знаю, там, конная полиция. Вот в США до сих пор есть конная полиция. Вы к такому не готовы почти наверняка, и это то, что называется long tail. И надо как-то к нему правильно подходить и прописывать такие fallback стратегии. Вот, по крайней мере, когда мы что-то делаем, у нас всегда есть, помимо нашего классического решения, мы еще обязательно пишем, что мы делаем в случае какого fallback'а, там, не знаю, отвалился стрим, что мы делаем для юзера. Потому что юзеру на самом деле абсолютно наплевать, что у нас там произошло. У нас, не знаю, девайс перегрелся, у нас там стрим отвалился, или просто, не знаю, там на Марсе какие-нибудь инопланетяне что-то включили. Их это просто не волнует. Да. И четвертый момент, мне кажется, это самый важный для начинающих лидеров команды, то, что вы не одни, и research на самом деле вот с точки зрения бизнеса может оказаться очень-очень маленьким процентом работы или value, который делают. То есть, условно, есть большая фича, и в них может участвовать там, не знаю, 20-30 команд, и нужно это осознавать. Вот это, наверное, тот момент, который мне сложно дался, что как это, я тут занимаюсь высокими науками, а вокруг все всего лишь пишут там, не знаю, какой-нибудь менее высокий software engineering. Вот идея в том, что это надо очень важно понимать, что иногда ваш computer vision — это всего лишь вишенка на торте, и этот торт может сам по себе быть вкусным без вашей вишенки. Да, еще один нюанс — это какие у вас есть, касательно уже как мы структурируем код и все такое. Вот, у нас обычно код делится на три части, очевидно, обучение, evaluation
и продакшн какой-то related stuff, там, например, какой-нибудь запуск этой сети. И идея в том, что evaluation кода его реально дофига. Здесь, когда я писал 70%, мне кажется, в некоторых наших проектах доходит до 95%. То есть ваш весь репозиторий про то, как эта сеть может работать в разных случаях, как нарезать правильно данные и так далее. И просто с точки зрения того, как это структурировать, мне кажется, стоит вспомнить о всяких микросервисах, вспомнить о связности и стараться, чтобы это можно было легко разделить. То есть вот такие building blocks я бы сразу советовал строить из... держа в мысли то, что однажды настанет день, когда вы его удалите из репозитория, и это будет ваш какой-нибудь другой микросервис. Например, там часть evaluation service, evaluation eventually должна стать evaluation сервисом. Потому что если у вас, например, данные растут, то вы можете, например, на одной машине в определенный момент не смочь посчитать все те метрики, которые вам интересны. А вам они правда интересны. Да. Второй, еще один point — это то, что хорошая структура кода поможет вам делать ваши операции быстрее. Это, мне кажется, достаточно всем понятно. Но на самом деле в эту структуру кода входит еще конфиг-файлы. В общем, нет хорошего варианта, как писать конфиг-файлы к machine learning задачам. По крайней мере, мы не смогли найти ни одного, перепробовали всякие, начиная от простого YAML и заканчивая там конфигом, который генерирует второй конфиг на Python, это, так точно не надо делать. И это один из антипаттернов, который мы поняли, что конфиги должны быть очень маленькие, и если у вас где-то вы делаете конфиг для того, чтобы сгенерировать другой конфиг, что-то идет не так. Вот. Скорее всего, делали то же самое, что когда-то мы. Да, и третий момент — это версионирование и трек эксперимента. Это очень важно. Даже несмотря на то, что у вас могут меняться данные, а, например, в Real каком-нибудь бизнесе у вас, скорее всего, будут меняться данные, и полностью reproducible research'а вы не сделаете. Но иногда бывает так, что череда каких-то непоправимых улучшений приводит вас в точку, где вы не можете перебить какую-то вашу лучшую модель. И идея в том, что вы должны уметь откатиться в случае чего. Ну, то есть классический use case, зачем это нужно? Допустим, у вас есть поток данных, который ваш датасет постоянно растет. И пока он рос, вы делали еще какие-то улучшения. И потом вы зашли в какой-то, не тот угол ресерча, и что-то пошло не так. Но вам нужно с точки зрения бизнеса срочно предоставить улучшенную модель. Как вы ее сделаете? Просто возьмете старый свой код, который может это зарепродюсить, и натрените на большем количестве данных. Это уже даст вам какой-то буст. Вот. Проблема с тем, почему я это говорю, что лично у нас не всегда, не во всех проектах это удавалось. И как бы здесь стоит на это отдельно отметить. Здесь еще ремарочка, я не призываю пользоваться какими-нибудь там навороченными TFX или чем-нибудь таким, который менеджер пайплайны и версионирование моделей. Это уже up to you, насколько вы комфортно работаете с такими штуками. Но просто элементарный гид, мне кажется, это должен быть must have. Да, еще есть одна статья, называется Hidden Debt in ML Systems. Это статья от Гугла, которая, мне кажется, что должна быть вот топ-3 статей, которые вот когда-либо нужно было прочитать. Но спойлер, нужно читать после того, как вы чуть-чуть типа занимались machine learning. Вот. Почему? Потому что если вы просто почитаете это без этого, все, что вы увидите вполне разумные вещи, которые описывают. Но если вы как бы достаточно долго занимаетесь ML, то открывая эту статью, вы приобретете, наоборот, абсолютно другие эмоции. Вы будете читать, там будут блоки антипаттернов, как, например, какой-нибудь glue code, pipeline jungles, that experimental code passes. И вы прям можете возле каждого написать список репозиториев, где у вас такое происходит. В общем, это на самом деле статья, которая была написана в 2016 году парнями из Гугла. И одна из там известных картинок, я не стал ее переиспользовать, в том, что тренировка модели — это, условно говоря, такая точка, а вокруг нее огромная инфраструктура, которая должна делать, чтобы эта модель могла тренироваться во всяких экстремальных условиях, когда у вас есть там много данных или когда у вас могут данные меняться. В общем, хендлить данные важно. Я рекомендую вам просто прочитать, быстро пробегусь, что там есть. Это то, что один из антипаттернов — это то, что у вас фиксированные трешхолды в динамических системах. Очевидно, даже звучит как-то странно.
Но по поводу трэш-холдов это очень интересный момент, потому что, мне кажется, не все до конца понимают, что их нужно выбирать. По крайней мере, исходя из собеседований, которые мы проводим, иногда бывают очень интересные варианты, как же, собственно, люди подбирают трэш-холды. Я просто расскажу спойлер-алерт. Возьмите Precision Recall, выберите там то, что вам нужно, исходя из каких-то вашего гатфилинга или там из гатфилинга продукта. Здесь еще один спойлер, он точно так же. У него такой же гатфилинг, как у вас, просто он еще и не очень может понимать, что такое Precision Recall. Вот. В общем, идея в том, что трэш-холды — это очень важно. Не стоит надеяться, что там 0.5 — это панацея. Вот это прям... просто это какая-то базис, но его часто нарушают. Ну и касательно всяких там антипаттернов по коду, это когда у вас глупод, это когда все у вас очень тесно связано, и вы не можете какое-то улучшение внести вот прямо от слова совсем. Pipeline jungles — это когда у вас вы взяли и, не знаю, вдруг, вам друг подарил книжку там Gang of Four, вы вспомнили, что у вас есть такой классный там Abstraction Factory, и у вас везде абстракционные фабрики на pipeline, на все, и в общем в этом как-то аду из ООП вы как бы тоже тонете. Далее классическое, то, что у вас могут всякие ссылаться на какие-нибудь запикленные объекты, штуки, которых уже не существует, на каких-нибудь серверах, которые вы потушили год назад. Ну, собственно, как-то так. И еще один нюанс — это то, что у нас есть у всех dependency на дейту, и данные, dependency на них стоят дороже, на самом деле, чем dependency на код. Потому что код, грубо говоря, вы можете переписать быстрее, чем перезапустить annotation процесс. А главное, что код, что дата иногда бывает даже дороже, чем условно, не знаю, весь research отдел. Да. И еще по поводу данных, я не включал эту презентацию, но еще очень важная тема, которая есть, это fairness в machine learning, то, что у вас нет каких-то байосов, которые вы вводите в данные. Вот на примере вот того, что говорил, был доклад Арсена, про то, что есть красиво, что некрасиво. Одним из таких моментов, которые вот, могут возникать в подобного рода задачах, когда вы собираете группу людей, например, вы берете, нанимаете людей в Украине или там где-нибудь в Индии или, не знаю, там в США, и у этих людей абсолютно разные представления о прекрасном, и когда вы все это усредните, то у вас получится черт знает что. Вы не сможете разобрать, потому что все-таки есть культурная разница между между разными культурами, и эта культурная разница, она протекает в наши данные. И иногда это приводит к каким-то очень плохим последствиям. Классический пример в данном случае — это когда говорят про распознание бананов, и из-за того, что в классическом понимании у всех бананы желтые, а потом бац, видится зеленый банан, его там, например, сеть не распознает. Это вот типичный пример отсутствия фейернесса в machine learning. Да. Ладно, пойдем дальше про development. Еще один такой трюк — это я бы рекомендовал просто взять рандомную модель, которая просто у вас возвращает какой-то ответ с вероятностью 0.5, и начать именно с evaluation кода. И на самом деле это намного сложнее, но в дальнейшем это позволит вам правильно эволюироваться. То есть если вы хотите серьезно подойти к задаче, а не просто там тяп-ляпы побежали, то лучше именно пойти таким подходом. Evaluation вам даст какие-то бенчмарки. Может оказаться, что условно рандомная модель будет на самом деле давать вполне вменяемые юзер-метрики, и такое тоже может быть. У нас есть один замечательный проект, я не буду называть его название, но суть в том, что там одно из изменений было в том, что ребята поменяли максимум из там, набора чисел на среднее из набора чисел, и это просто дало гигантский скачок в плане там customer satisfaction, и никакие STM-ки это не могли перебить, вот абсолютно никак. В итоге работает просто NPMin волшебный. Да, еще один нюанс — это чище лучше, чем больше. Как бы не нужно стараться, вот когда мы делаем эксперименты, важно понимать, что нам дает какой-то буст. То есть если вы запускаете, там поменяли 10 параметров одновременно в эксперименте, а в следующий эксперимент у вас еще 20 параметров вы меняете, скорее всего, вы не можете осознать, что же именно влияет на хороший прогресс в тренировке ваших моделей. И в таком случае все, что вы на самом деле делаете, это скорее такой генетический алгоритм, а-ля насэмплили каких-то параметров, затренировали. Так на это есть отдельные библиотеки, можно просто
запустить их и на работу не ходить. Да. Еще нюанс это, что R&D все-таки больше про инжиниринг, нежели про науку, с моей точки зрения. И поэтому будет очень глупо игнорировать там, best practice в виде version control, code review и там, какого-нибудь тестирования. То есть юнит-тесты на самом деле это прям панацея, которую придумали не зря. И code review очень. И здесь есть тоненький момент. У нас было долго спора, стоит ли конфиги моделей, которые вы тренируете, стоит ли их добавлять в Git. Мы пришли к тому, что стоит. Вот, потому что если у вас есть условно дефолтный формат конфига, и это единственное, что у вас хранится, однажды вы не сможете зарепродюсить свои результаты, и лучше сделать несколько коммитов больше на GitHub, не знаю, повисит, но вы сможете все это воспроизвести. Да, и еще один момент — это извечный спор, я ресерчер, я не буду писать код. Как бы, мне кажется, это неправильная позиция. Любой человек, который работает в вашей компании в рамках R&D процесса, мне кажется, должен писать код, и здесь не должно быть никаких поблажек. Фишка в том, что, может быть, это слегка другая форма, не такой уровень абстракции. Идея в том, что если вы не позволите, вы позволите ресерчерам не писать код, то у вас произойдет такой breakdown между R и D, и в итоге у вас будет очень много всяких нюансов на момент, когда вы это будете стыковать. И это первый поинт, а второй поинт — вы не сможете делать оптимизацию. Например, вы не сможете менять архитектуру сети, и ресерчер не будет видеть нужды менять архитектуру сети, например, в не очень стандартных ситуациях. Один из таких примеров — это когда нужно менять RGB на какой-нибудь другой color space. Вот есть статьи, где говорится о том, как это хорошо на конкретном железе. И к ресерчеру в голову это не придет. Он привык работать в RGB. Если вы разобьете этот канал коммуникации, у вас не будет таких приятных оптимизаций. Да. И как это, по крайней мере, у нас устроено, есть вот эти репозитории, где, собственно, происходит тренировка, где происходит часть эвалюэйшена, и там просто есть отдельная дистрибуция в виде там PIP-пакета, который далее в сервисы просто затягивается. Это очень удобно, потому что не теряется контакт между миром ресерчеров и девелоперов, все пишут продакшн-код, а главное, все еще заинтересованы писать его хорошо. Поэтому, в общем, нам такой вариант подошел. Я не думаю, что прям всех нужно заставлять разбираться в каком-то кубернетисе, там, ресерч-инженеров, но на самом деле хорошо было бы. Но библиотека может быть достаточно. Да, поговорю про данные. С данными все очень просто. Их никогда недостаточно. И тут ключевой поинт. Первый — это то, что надо их даже где-то не зааннотировать, а очень часто бывают задачи, где вы не можете их даже взять. Ну, их просто нет в природе. И здесь поинт в том, что вспомните о том, что у вас есть кастомеры. Просто обратитесь к ним. Ребята, нам нужны просто данные. Иногда это такое простое решение, но очень много людей о нем забывают. Далее, пункт второй, мне кажется, он очень важен. Это то, что privacy и security должно быть прямо с первого дня и by design. То есть сейчас это очень важно, например, если у вас какой-нибудь стартап, и у вас неправильно собраны данные, это очень сильно повлияет на вашу стоимость во время продажи, если вас вообще будут покупать. То есть, условно говоря, блестящее какое-нибудь инженерное решение, блестящее там AI внутри, но на данных, которые собраны, например, нелегально, я не думаю, что с вами будут связываться много компаний. Вот. И это, на самом деле, очень такой критичный момент. И плюс, да, всякие GDPR и PDPA — это то, что в целом хорошо и гуманно. Но здесь есть обратная сторона медали для нас, это то, что вот эти две штуки, они обязывают удалять данные, если юзер об этом сделал запрос. И, соответственно, если у вас есть какая-то система, которая, например, там развивается во времени, например, какой-нибудь классификатор котиков, то надо понимать, что в таких условиях у вас никогда не будет reproducible research, потому что ваши данные будут постоянно как бы и пополняться, и удаляться. Да. Третий момент — это важно сразу задуматься о том, где вы будете хранить все эти данные, держа в голове, что у вас их будет 10 раз больше. Скорее всего, это будет неправильный стимул, это будет там, в 1000 раз больше, но об этом стоит сразу подумать, это очень важно. И надо поддерживать diversity. Нужно стараться с самого начала на этапе data collection
делать так, чтобы у вас были данные, например, не с одного кастомера, или чтобы у вас в вашем, допустим, вы картиночки делаете классификацию, что у вас был там день, ночь, снежочек попадал, дождик. Это на самом деле сложная задача, и, скорее всего, если вы просто будете рандомно сэмплировать эти данные, то у вас это не получится, потому что данных все-таки много, и эти бины, они скошены относительно друг друга. То есть, условно, скорее всего, вам, если вы будете снимать камерой в Калифорнии, то там 6 дней в году идет дождь, соответственно, у вас будет очень мало дождливых дней, но все равно их надо стараться собирать, и, соответственно, вы приходите к тому, что стоит построить какую-то систему, которая будет собирать как раз такие дождливые дни, или какие-то такие меньшинства детектить. Да. И последний поинт — это про синтетические данные. Вот. Это один из workaround'ов, как можно обойти отсутствие данных. Позже о них поговорим. Да. И в случае, если вы работаете с annotation team'ой, есть еще поинты. Первое — это что ваши annotation rule'ы должны быть в первую очередь согласованы с бизнес-реквайрментами, а не с тем, что вам легко детектить. То есть, условно говоря, если там есть какая-то разметка, которую вы знаете как инженер, что ваша модель никогда не сможет задетектить, все равно добавляйте. Все равно добавляйте, потому что это даст вам более близкое приближение к тому, что на самом деле ваша модель получит там на тесте и в реальной жизни. Вот. Один из таких примеров — это может быть, грубо говоря, представьте себе камеру, и человека, который находится на расстоянии, видно две руки, две ноги, любая сверточная нейросеть будет детектить очень легко. Но представь, когда он начнет подходить, эта камера висит возле двери, и он проходит достаточно близко, и все, что вы от него видите, это кусок рукава. Здесь первое желание, которое приходит в голову человека, который рисует precision полукривые, очень плохие данные, я не хочу на таких данных тренировать, не хочу на них эволюировать, вообще, что это за данные, мешают мне заниматься моим машин-лернингом. В общем, это на самом деле очень неправильно. Это все равно ваш use case, это все равно use case, которым вы должны работать, и поэтому это, вы должны помнить об этом и придумать решение, как это заворкраундить, а не просто убрать часть данных. Да. Второй момент — это то, что вы должны как-то обеспечить quality assurance, и это стоит сразу заложить с точки зрения процесса. Здесь есть много вариантов. Первый вариант — это когда вы просто делаете повторную аннотацию одних и тех же вещей несколько раз. Альтернативно — это у вас есть такая воронка с сэмплированием, где у вас, грубо говоря, есть дата-операторы, которые делают перепроверку или переразметку данных, но в меньшем количестве данных, ну, как воронка работает. И альтернативно вы можете просто собрать какой-нибудь условный QA-отдел, который будет заниматься чисто quality assurance для данных. Потом нужно, если у вас есть такой quality-отдел, или если вы пошли любым из других вариантов, нужно трекать и вести этот прогресс, потому что могут происходить такие моменты, когда люди могут начать додумывать сами какие-нибудь правила, и вы об этом будете не знать. То есть нужно обязательно следить за статистикой по тому, что у вас приходит данных, и обязательно смотреть на то, чтобы она сильно не менялась. И если менялась, то разбираться, в чем причина. Потому что бывает часто, когда идет misinterpretation данных у одного человека, далее испорчен телефон, и в большой организации это прям распространяется мгновенно. Да. Четвертый поинт — это то, что не нужно сразу целиться вообще во все задачи мира. То есть если вам нужно просто на картинке в итоге классифицировать объект, его присутствие, то делайте эту аннотацию. Не надо сразу там думать о мультитаск лернинге, несмотря на то, что это очень хорошо и очень много накинет вам процентов, но, скорее всего, лучше начать не с этого. Да, и последний пункт — это автоматизируйте все, что можно. Надо стараться уменьшать человеческий фактор как можно сильнее, и в данном случае это особенно критично. Да, теперь про синтетические данные. Да, вот у нас есть такой блестящий тест-ранч в Ring Ukraine, и вот у нас есть один из проектов, где мы генерируем данные. Мы начали его генерировать как раз в момент, когда мы поняли, что нам данных очень не хватает. Нам пришла в голову замечательная идея: все крупные компании, там Microsoft, Intel, не знаю, там Amazon, у них у всех есть симуляторы виртуальной реальности.
не виртуальные, то есть симуляторы на каких-то игровых движках. Мы подумали, блин, чем хуже, как бы в Украине много геймдева, давайте наймем инженеров и просто сделаем все такой же симулятор. Но здесь есть pros и cons. Я, наверное, начну с cons. Первый point, который на самом деле не так, он, может быть, кому-то был очевиден, но мне не был очевиден, что если вы хотите получить игру, не игру, а графику уровня, там, не знаю, Red Dead Redemption 2, то вам нужно нанять 800 инженеров, чтобы они напилили эту игру за 8 лет. То есть нету бесплатного сыра, и здесь это очень важный момент, потому что ну, в него можно легко влететь. С одной стороны, в голове ты думаешь, что ты очень сильно упростишь окружающий мир, ты не будешь делать там какие-нибудь контролы, ты не будешь играться в эту симуляцию, ты просто допишешь туда еще чего-нибудь, что нужно для ML, то и окажется, что для ML нужно намного больше, чем просто для игры. Да, еще один момент — это domain gaps. Тут такой нюанс. С одной стороны, есть вот этот известный domain gap, и есть много методов, которые помогают с ним решать. Всякие GAN-based или VIA-based approach'и, вот, например, там есть M-Unit от NVIDIA, очень хорошо работает, но есть нюансы. Нюанс такой, что вам для того, чтобы это все работало вот из реального мира для переноса в синтетический и обратно, синтетический мир должен уже быть достаточно богатым. То есть если ваши, что называется, props'ы, типа эти объектики, из которых строится этот виртуальный мир, он довольно спутен, если у вас все лужайки только зеленые, а асфальт везде типа однотонный и серый, и домики все однообразные, вы не сможете натренировать на этой штуке нормально этот domain adaptation. То есть domain adaptation, вот эти все подходы, они тоже требуют данных и требуют очень много вариабильности. И здесь point в том, что эту вариабильность вы получаете только за счет ручного труда геймдизайнеров, которые это делают. И в итоге это может вам вылиться в то, что domain adaptation вы не сможете применить в первые времена. Да, и третий момент — это то, что несмотря на то, что в голове кажется, что окей, мы построим этот engine, и потом все, Эльдорадо. Запускаем, бесплатные данные в нас льются, все тренируется, счастье. Идея в том, что такой Эльдорадо может будет построить даже дороже, чем содержать штат аннотаторов. Теперь все-таки про прос. Первый момент — это то, что типа, это adjustable к вашим потребностям. То есть если, условно говоря, вам нужно добавить там, птичек на небо, вы их легко добавляете. Это очень круто, и в реальных данных вы не сможете так легко им манипулировать или так легко их обычно доставать. Второй point — эти симуляции, они особенно до безумия хороши, когда у вас есть какой-то interaction с миром. Например, в вашей камере есть какой-то моторчик, который двигает линзу и может ее там перенаправить куда-нибудь. Или, например, вы делаете симулятор вождения, и у вас все равно есть какой-то interaction. В таких случаях эти системы очень хорошо работают, и это круто. Но в других ситуациях я бы все-таки задумался. И третий point — это то, что такие данные часто бывают просто дешевле генерировать, чем сохранять. Это маленькая ремарочка. Да. В общем, про синтетику делайте выводы сами. Про валидацию. Валидация — это такой очень тонкий момент, и надо мерить на самом деле то, что важно, а не мерить все подряд. И есть такой очень жесткий камин-аут со стороны кастомеров. В общем, им на самом деле очень-очень глубоко плевать на precision recall, на rockahook, на F1 score. Вы очень можете иметь хорошие модели с очень хорошими этими метриками, но их на самом деле все это не очень волнует. Все, что их волнует, это как раз UX experience, то, что они получают в итоге. И в этот UX experience как раз входит то, с каким текстом вы уведомляете их о какой-то крутой фиче, то, как вы, какие вы use cases говорите, что мы не будем покрывать, и они сразу не нервничают на эту тему. И вот это очень важно. То есть Customer Satisfaction Level, он намного важнее, чем Precision Recall. Но на практике он у вас очень высоко скоррелирован. Еще один нюанс. Если вы, например, работаете в организации, где есть какой-нибудь там заказчик или там продукт, очень часто к вам приходят и говорят,
Какой precision recall мы сможем достичь в этой задаче? Вот идея в том, что precision recall, он привязан к датасету, на котором вы это меряете. Очевидно, но не для всех. И фишка в том, что не нужно вообще здесь давать какие-то коммитменты, можно только давать такие коммитменты, если они предоставляют вам фиксированный датасет. В других случаях нужно ссылаться на все-таки user-level метрики. И здесь, когда я говорю, что есть корреляция между консатом и precision recall, она действительно есть, но она такая очень, очень неточная. Для некоторых задач у нас есть solution, которые там по MAP, у них больше, чем 99%, но в то же время там, допустим, рейтинг какой-нибудь 4.1. Есть solution, у которых MAP 0.7, что на самом деле для production каких-то систем может показаться как довольно мало, но люди в безумном восторге от этих всех solution, у них рейтинги под пятерку. И это все очень контринтуитивно, но поэтому я призываю, но вам за это именно платят деньги, поэтому я призываю именно это мерить. Да, и еще point такой, что чем раньше вы сделаете ошибку на validation и будете считать что-то неправильно, тем больше денег вы потратите в итоге. И надо не забывать о том, что стоит мерить еще end-to-end pipeline. То есть, условно, в нашем сценарии, если у вас есть какая-то библиотека, которая предоставляет вам какую-нибудь магию, и вы на вход подаете картинки, этого недостаточно померить. Нужно еще померить то, как эта система интегрируется в весь solution. Если у вас, например, это какой-нибудь solution, где эти данные поступают через какой-нибудь веб-сайт, и там какая-нибудь инфраструктура, которая может попортить эти данные, то надо мерить весь этот end-to-end, потому что это может очень, очень влиять. Да, итак, что же все-таки мерить? Да, помним, что мы идем таким блестящим путем, где у нас есть POC, альфа, бета и далее production. В ресерче еще очень важно делать брейкдауны по вашим там, precision recall или рок-кривым. В данном случае очень прикольная есть тула от TensorFlow, называется what if tool. Это такая тула, в которой вы можете делать слайсы по каким-то тегам. Если ваши данные протегированы, то эта тула может сразу вам предоставить, какие вам трешхолды, например, стоит выбрать для разных тегов. То есть, например, она может сразу вам захайлайтить, что перформанс на дневных видео у вас намного ниже, чем на ночных. Или что вы детектите, не знаю, там, зебру менее точно, чем там сусликов каких-нибудь. Это очень полезно, на самом деле, в реальной жизни, потому что вот этот fairness, он как на слуху, и если вы планируете деплоить ваши solution куда-то в массы особо большие, то вам рано или поздно придется с этим столкнуться, и лучше об этом подумать заранее, нежели чем потом писать какие-нибудь пресс-релизы и извиняться за неправильный fairness, как было, например, у Google. Да, еще нюанс это то, что желательно мерить, делать error gap analysis, смотреть или читать текст, который, на котором вы ошибаетесь, анализировать его, пытаться найти какие-то паттерны и еще performance data. То есть если у вас есть две версии алгоритма, не всегда бывает так, что одни и те же данные вот раньше вы не могли это детектить, а теперь бац и детектить. Часто это бывает какой-то трейд-офф, трейд-офф в лучшую сторону, но очень важно трекать эти трейд-оффы. Да, и третье — это платформ-related metrics. Например, если это какой-то cloud solution, то стоит мерить latency, там, если это edge, power consumption и так далее. Ваши нейросети, если они запускаются на Java, все-таки едят электроэнергию, это может быть критично для вашего продукта. Да, в альфе и бете здесь все просто. Меряем customer satisfaction, это наш главный маячок в жизни, и end-to-end мониторинг того, что вот эти метрики, которые последние, они никуда не делись, что батарейка ваша не высадилась совсем быстро, что latency у вас все еще вменяемо. Да, и когда вы выкатываетесь в production, то еще один нюанс, это если у вас есть customer support, то нужно трекать customer support. Если у вас нет customer support трекинга, то стоит завести customer support и трекать customer support трекинг. Далее вам нужно на первых порах какой-нибудь такой ASAP team, который может в случае чего дернуть тумблер и откатить ваше решение назад. Ну, это достаточно классическая штука. И нужно стараться замечать какие-то паттерны, что вошло во время выкатки не так, и их пытаться решать, что называется, менеджер, придумывать какие-то воркараунды. Например, часто бывает, если у вас очень крупная организация, то иногда бывают такие моменты, что вы можете что-то зарелизить,
и сломать кому-то в другой стране что-то, потому что вы просто друг друга даже глаза не видели. Да. И последняя штука, которую я хотел сказать. Нет смысла строить ракету просто для того, чтобы доказать, что Земля круглая. Собственно, все. Да. И я призываю вас подискутировать, потому что я старался очень сильно набросить. Вот. Поэтому, если кого-то вдруг хочется поспорить, то прям вы моя целевая аудитория. Кто-то хочет поспорить. Все немножко уже ждут автопатии. Спорить на автопатии будут, я думаю. Ну ладно. Или у кого-то есть вопрос? Что-что? А, окей. Хорошо, спасибо тогда. Спасибо, Александр.